Сомали задержаны двое сотрудников аэропорта Могадишо, подозреваемых в причастности к организации взрыва на борту пассажирского самолета, произошедшего на прошлой неделе. После изучения записи с камер наружного наблюдения полиция установила, что сотрудники терминала помогли пронести на борт лайнера ноутбук, заложенный в него бомбой. Сообщается, что взрывное устройство через несколько минут после взлета привел в действие некий Абдулла Хибарлех, состоявший в одной из исламистских группировок. Он был единственным погибшим во время этого теракта. В результате взрыва, напомню, в фюзеляже самолета образовалась большая пробоина, однако экипажу удалось посадить поврежденный лайнер. Пилот самолета, гражданин Сербии, рассказал, что не сразу понял, что произошло на борту. Взрыв произошел, когда мы преодолели высоту в 3400 метров. Я сначала подумал, что это разбилось окно, однако тут же мы почувствовали запах дыма, который проник в кабину экипажа вместе с облаком пыли, поднятым взрывом. К моему удивлению, пассажиры и члены экипажа сохраняли спокойствие. На борту не было никакой паники. В результате самолет благополучно вернулся в аэропорт Могадишо. Пилот уверен, что в инциденте виновато руководство аэропорта. Уровень обеспечения безопасности в этой авиагавани он охарактеризовал как нулевой.